И в Соединенных Штатах Америки, хоть нам постоянно в средствах массовой информации показывают престарелого и немощного Байдена, он действительно и возраст у него, и, скорее всего, и здоровье, но, во-первых, это опытнейший политик, опытнее всех, может быть, мировых наших политиков, которые по своей опыту работы, по продолжительности и по знаниям своим. А во-вторых, им управляет, будем говорить, вот тот миллиард, им управляет военно-промышленный комплекс, им управляет вот те силы финансово-экономические. И я не думаю, что кто-то решится применить это оружие. Это, если это произойдет, то